Ну что, ребят, всех рад приветствовать. Вы на канале Кент Метро Рояль, и это новый ролик на моем канале, где мы с вами залетаем на сайт FunPay и просто покупаем сопровождение, делаем проверочку этот сайт, где вы можете себе купить фу шестой сет, там любые шмотки для Метро Рояль, купить себе юсишки, открыть там свой магазин, если ты хочешь там продавать. Я решил себе сегодня сделать, конечно же, еще одно, купить себе сопровождение у софтера. То есть нам сегодня с вами будет делать очередной читер сопровождения. И покупаем мы у него, ребятки, следующее. Минимальный вынос 7 миллионов. Буст с софтером написано. Весь лут с челов ваш. Поэтому, братцы, ну, это что-то нереальное сейчас будет. Я надеюсь, что нас не забанят. Я честно на это надеюсь. Стоимость этого привилегии 200 рублей. 81 копейка. Поэтому сейчас мы вместе с вами газуем с софтером. Я никому, ребят, не рекомендую покупать такие сопровождения. Не рискуйте своим аккаунтом, что бы они вам ни говорили, что вас не забанят, это все чисто, все легально. Нет, ребят, это не чисто, это нелегально, они вам ездят по ушам. Читер — это читер. Бан словите 100%. Не сразу, так со временем. Поэтому, братцы, поехали. Нам уже кинули вам приглас, заявочку, друзья. Let's go. А ты меня слышать будешь? Привет. Здорово, конечно, братишка. Слышать, точнее. Да, брат. Я, короче, ему написал, типа, что у меня там... Сейчас не могу разговаривать, все дела. Он такой, все окей. Окей, готовься. Готов, брат. Ну, поехали. Широтку. Все есть. Сворачиваем. Раз. Два, три. Достаточно. Поехали. Три секунды чисто. Нам нужны сначала файты. Интересненько, что будет. Ой-ой-ой-ой. Самое сочное треугольник. Ну, это самое лучшее, что спаун, который могли бы получить. Не, ну, 200 рублей рискуешь своим аккаунтом. Смотри, сразу бежим на радийку. Так. И там челиков убиваем. Хорошо, братан, хорошо. Потому что без микрофона сложно будет. Нормально все. Ничего сложного, брат. Ну-ка, давай, слышь, навигатор, скажи, кто где. Слева тройка и вот. Справа двойка. Все, красавчик. Вот этот нормальный навигатор, хорошенький. Не барахлит. Поехали. Че, по нам что уже? Что он пингует, что ли, не пойму. Слушай, навигатор, давай быстрее беги. Беги, беги. Братан, ну-ка ты помоги! Что ты, блядь, за софтер? Неужто он не видел софтом, что там сзади челик бежит, блядь? Ничего не понял, как он меня убил. В смысле, как он тебя убил? Он просто тебя шарахнул. Да ну, это как я так свернул, хорошо. Да ну. Да, ну, вот это я свернул, ребятки, очень плохо. Сейчас разнарядку. Ну ладно, я, короче, два подсумка поставил. Ну, типа, лута много, может быть, будет. У него еще, короче, аккаунт. 10 уровень. Видимо, у них таланты. Ничего не вкачано, не бег, видите, ничего не вкачано. Медленно бегают. Вот ты что, с ума сошел, что ли? Опа! Братан! Че, бежим, что ли? Ты этот? Слушай, блядь, ты че, маргарин? Мне чуть не это... Башку чуть не снесли. Мне пока с это откладывается, останавливается, что тут это... Иди, братишка. Удар загнался.
Велосипед свой притормози. Хотя пока он бежит там как черепах, у меня талант вкачан здесь. Бегу, 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 пошли. Че, стоим, нет? Опа, что-то, короче, он затеял. Что делаем, брат? До нас бегут. Ждем. Ну, походу, встречать будем. Давай, скажи, хоть сколько-то народ ты. Только один почему-то пошел на гарнет. Так. А давай-ка пошли. А, к нам челики приехали. Что делаем, братан? Да-да-да-да. Точнее, еду где-то. По себе а, где-то. Вот. Тихо-тихо-тихо, сиди. Сверху двойка, один к нам идет. Справа склад. Справа склад, ну целый. Давайте по санку он раскидает их. Склад пошел на короткую. Ну не склад, а дроид. Блин, лучше сюда не поперлись бы. Что-то эти челики сверху долго думают. Тоже походу а такие. Вот идет один. Такие же, как ты с навигатором. И второй за ним. 200 метров повертите направо. Давай, я, братан, ну-ка, ты мне вещей, он так побольше затарь. Вот, опыт. Под лестницей сели. Чё-то они знают. Чё-то они знают. Да, неплохо. Ну. Отходи, отходи, молик нам кидает, молик кидает. А у меня все в голову залетело. Сань, не. Тычку дал. Ты тычку челик дал. А, точнее, двоим. Их обоих хватились. Один дверел справа, хаешку рейд. Второй молик кидает. Хаешка. Чё знает, блин, а? Смотрите. Или чё у него, чё он там рейд? А чё? Он всё видит? Он видит, получается... Что кидают? Ща. Ты мне ранник хороший дал, можно заглушить. Ебать! На сзади. На сверху. Слушай, ты читер, давай решай проблемы мои. Отрабатывай бабло. Стой, там еще ты че, блядь, не видел, что на лестнице? Покемон, блин. Плохо, да. Че у тебя за читы такие? Красавчик, ресай. А нет, отходи, молик, отходи, ресай. Я что-то не пойму, блядь, мне делают сопровоз... Короче, два нока? А, нет, один. Мне делают сопровоз с читами, блядь, нет, или нет. Я делаю сопровоз читеру? Это что за бета? За... Назад чуть нужно отойти. Thank you. Они все лоу хп. На тычку буквально. Отойди. Хорош. Я задолбал, слышь, блядь, отойди. Одного ты нога, без половины хп. Не, он сразу. Вот так. Иди. Блядь. Стой. А, бля, что у тебя за читы-то, блядь? Да у тебя приветы. Что у тебя за читы такие говёные, братан? Блядь, я читы, я, нет. Блядь, его раздели полностью. Он мне сейчас ещё скажет, что типа всё, брат, извини. Ауе. Брателлоид. Подождите. На минуточку. 7 миллионов вынос, блядь, показывает. Буст. Софтером. Весь тут челов мне еще. Слышь? Покемон, блядь. Прикольно. Давайте мы от него отсоединимся. И вот так вот сделаем. Че, меня кинули на бабки? Да ну.
Меня кинули на бабки. Ты чё, блин? Меня на бабки кинули. Походу. Ладно. О, братишка. Алло, слышишь? Что сейчас, подожди, мне челик вещи скинет. У меня еще просто нету. Последние сняли. Сейчас мне скинут, минуту буквально. Давай я дам, стой. Давай я дам. Давай я дам, ты за новым. Так, поехали. Вернулся. Так, Лёша. Я видел то, что ты писал за вещи. Да не, не надо. Я тебе свое рождение делаю, что-то мне еще будешь давать. Окей. Давай, навигатор, включай свой. Навигатор нормальный, бля, не барахли. 7 миллионов ты мне должен. Только без моей команды не пуш, хорошо? Окей, братишка. Хорошо, брат. Ты только это, блядь. Давай, не помирай, братан, а то я что-то это... Я тебе что, доктором тут заделал, что? Ну как этот... Айболит, блин, местный. Поднимать его. Хреново какие-то у него читы там. Спереди никого нету. Хорошо, братишка, бежи на радик. Сейчас нас там вот типы встречать. Такой ты медленный, конечно. Оп-оп. А нет, впереди двойка. И... Опа, есть. Может сразу в метро, братуха, нет? Watch out. Там чел. Watch out. Там может, чел. Может сразу в метро, нет? Watch out. Красавчик. Ясен пень, красавчик. Watch out. Сейчас, братан. Watch out. Там много. Я не понимаю. Братан. Watch out. Там еще. Да я тебя понимаю, что ты навигатор крутой, все знаешь. Может это? 7 миллионов-то моих, может все-таки пойдем залутаем? Бомж какой. Надоел. Watch out! А, он окнутый. Он ползает, он окнутый. Watch out! У него половины хп нет, если что. Watch out! Хорошо, брателло. Ох, я добил. Да, не, не. А, нет. Не благодари, брат. Не благодари. Кашка лучше нашли, Сталик. Нормально, братан, нормально. Зачтется, тебе надо зачтется. Давай сейчас. Кобра. Беги, братан, ты скажешь, что это я. Видишь, на радке? Нет, давай информейшн-то. Братейшн. То бот, если что. Я уж понял, что бот. Че, куда? Сюда, что ли? Давай. На радке есть люди? Нет? Локатор свой включай, братишка. Я чекаю, у него же есть чит. Хорошо, братишка. Давай ты лутаешь фул улицу, я лутаю фул глаз. Окей, братан, тут есть на этом что-нибудь? Хорошо! Блин, ну так интересно, давайте, люди, прям залетайте сейчас нормально. Прям по лицу ему настолько... А, мы с вами, ребят... Что мы с вами, ребят, забыли сделать? Кидаем вот так вот, пожалуйста. Рентгензрение, та-ра-та-та-ра-та-та-та, рентгензрение, окей, пожалуйста. Буква Ю, кто что скажет, нихер играть читаю. На следующий день, ребят, этот человек отлетел на 10 лет в бан. Письмо было с первого личика.
хорошо, братишка. I got supplies. Лики пришли на крышу фастом. Беги на крышу фастом. Бегу, бегу, брат. Бегу, брату. Тут еще нужно скинуть. Бля, зашли на туре, парень. Дай, дай, фастом. Watch out! Все, братан, разбирайся. Так, чё? На канатке. Спрыгну. Так, на, забери груду, 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 груду. Давай, братан. Ты самый дорогой сейф. Нормально. Две головы дал. Плохо то. Он нулевый убегает. Че ты мне пронес, братишка? У меня брони не так много. Watch out! Здесь броня. Там еще бежит челик. Стой, где? Там еще чел бежит. Тиммейт их не наем. Watch out! Watch out! Да я вижу их, я же их вижу. Да я брони, горди, возьми. Они под нами ходят. Ну, подожди, стой. Watch out! Череп, что ли, залезть хочет? Через эту херню. Чуть-чуть меня это не давал. Аккуратно. Ко мне, ко мне, ко мне. Не ссы, я стою, брат. Я все порешаю. Тихатку мне за это заплачь, нет, за сопровод. Ой, кайф. Кошка. С этого. Ой, я две брони шестых и шлем. Надо было, короче, это. Дать, чтобы они упали. Я броник возьму, и замена нужна срочно. Броня в ноль. Так, короче. Лутай ратку, я тебе на первой карте потом все скину. Я симпень, ты мне скинешь, блин. Бля, места нету. Я уже забыл, где я лутал. Так, братан. Блин, чувак краска цепит, бля. Так неинтересно. Не нужен. Короче, 3 фул 6 у меня твои. А, шлемак 6 обычный, шлемак кобра. А, и обычный. Ладно, уже говорю. Ну ладно. Короче, 3 6 брони. И 3 6 шлемака. Угу. Так. Подождите, 7 миллионов обещал. Ты сейчас лутал? Да. Так, мы еще пойдем. Графку еще осталось чуть-чуть. Крышу залутали. Got supplies. Ну тут планшеты детектор. Ты бля, чё, глав? Такой же как. Все, отлично. Это значит еще карточка. Еще каточка будет. Нормально, тогда не, та, не надо было слиточки. А то бы сейчас я поставил здесь бы. Ну, и тут. I got supplies. Ну, 4800. Идеально просто. Вот идеально я свернул. Типа ля. Это даже лучше, чем... Это лучше, чем даже треугольник. Наши вон там что типа были. Давай, братан. Шмотки мои, давай. Так. Я вот ты, Степан, я же взял все обвесы себе. Ладно. Дали писюлей. Попытаемся бежать.
Так, давайте-ка мы... Если душить будет, то отстреляемся. Конечно, отстреляемся. Сейчас я тебя отстреляюсь. Читерство. Рентген зрения, окей, жалоба. Да, они нас видят. Левее, 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 левее бить. Ох, 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 о, братуха, стой! Бля, чё меня кинул-то? Братан, может постреляемся, нет? Видит, 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 видит. До сих пор. Меня-то видит, слышь. Сейчас сюда забежим, все равно не видно будет. Ему похер, что по мне стреляет. Крутанул жестко. Конечно, бля, крутанул, помнишь, ют. Не, ребят, да, если вы хотите вот на сайте FunPlay работать, собирайте, смысл просто так, вы играете в метро, играйте с заработком, грубо говоря, если собрались с командой поиграть, выложите там свое объявление на сайте, что сделаем сопровождение, там стоимость адекватная выставите, что там, ну не надо там, чтобы там обещать там огромные горы, конечно, ну конечно всем хочется там больше всегда получить за минимальную стоимость, но можете просто зарабатывать. Ну, это нормально, но только не вот так вот с читами, ребят. Это вот, могут забанить реально мой аккаунт. По факту мой аккаунт может отлететь за игру с читером. Не как у него бан может на 10 лет отлететь, а мне на 7 дней могут дать. Вы можете просто подставить человека. А так... Ссылочка под роликом, переходим туда, прям берем просто, регистрируемся через почту или через ВК. Открываем там прямо, размещаем, разместили свое объявление с другом, сделаем сопровождение там на третью карту, пофигу там, на пятую карту, все, поставили стоимость и кайфуйте, вам прилетает заказик, выполняете, все, с кайфом играете, еще и денежку зарабатываете. Ну, пока что я не вижу. Пока что не видно, мне люди нужны. Покемон, блин. Сейчас, короче, все, тихо. Опа. Погоди, братва. Стой, 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 братишка. Сейчас. Не, типа там, мама в хату зашла. В комнату. Пошли, пошли. Я тебе этот, если челики идти будут, я тебе буду говорить. А, братан, погоди. 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 А, братан, подожди. Типы, давайте на ратку бегите. Тянем время, тянем. Смотри, смотри по сторонам, смотри. Смотри, смотри по сторонам. Давай тут урожа. Та-р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 а-
Брата, прости, мама в комнату зашла, ругает. Пара-пам-пара-пара-пара-пам. Давайте, типы, ну подбегайте, я долго так буду лежать здесь, сгорать, а? На солнышке. Давай, давай, братала. Такой спокойный, слышь. Что он застыл, походу. Ждет. Ждет. Так, нормально, время потянули, хотя бы минуточку, да? Все, встаем, встаем, пошли. Челики же нарадки. Челики нарадки, отлично. Сейчас мы им напишем. Типа, прости, мама зашла. 5 человек нарадки. О! Мама зашла. Прости, зашла. А здесь нельзя так. Мама зашла, понял. О! Хорошо! Это за мной, без меня ты не придешь. Хорошо, брателло. 5 человек народ придут, 5 человек. Нормально, я тут присидел. Понял? Все, 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 брат, я вообще... Хорошо! Я послушный, брат. Вообще послушный. Там у всех половина хп почти, а нет, полковина. Watch out! Кому стреляешь, ты даже никого не убил.
Почти нахуй. А, у них файт. Чё, братан, делать? Уже с тобой? Один ног на крыше, одного доели. Вы ко мне пробежали. Watch out! Один чили. Аккуратно, аккуратно. Давай, давай, забегай, забегай. Там еще второй, второй, второй. Второй чилик. Не могу, братан, ладно. Пройти уже. Иди в сторону. Грани хорошие. Попробуй как-нибудь перебежать, не знаю. Ема, он тебя отжарил, братан, но ты как хаешки-то не видишь. Это хорошо, что ты отбежал. Один отбежал, один здесь сидит. Добили. Блять, раскид нам брать. Братан. Братан! Херовый ты читер, братан. Попробуй лучше по-хорошему убежать. Да какого хера убежать? Я их не вижу. Мы с ты их не видишь, ё. А я вижу, вон стоит. Хаешка кинули. Ну и в тебя. Сейчас, братик, сейчас все будет. Блин. На 3 секунды информация появилась. Короче, тут пачка, лучше бегай. Да все, мне пиздец. А, у тебя сзади тебе молик, молик. Пацаны, на крыше чел с Авиком. Пацанчики. С Берилом. Ты его можешь попробовать убить. Вот иди сейчас направо, 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 направо. Прямо. Он сейчас на лестницу будет забираться, заберешь. Где-то тут. Риторик его нет здесь, блядь. Меня, короче, лутал. Второй этаж спрыгнул. По наверх. Херовый, блядь, ты навигатор, блядь. Поймал себя. 200. За 200 рублей у меня радийку решил 5-7 минут сделать. Я вляпался тут в приключения, бля. Блядь, я же выговорить слово не могу. Аттракцион, бля, я тут не видно щедрости, бля, за 200 рублей. Града, где две бочки стоят, там возле канатки. Попробуй бежать на снизу. На второй этаж типа залезть, оттуда убежать. Ой-ой-ой, как, родной, подожди, стой. Чё-то я не понял. Блин. Я его не вижу, он меня видит, бля. Ладно, короче, похеру. Нормально. Ничего с меня не слетело. Ну, ничего страшного. Короче, давайте включаем микрофон. Интересная реакция. Поигрались, малясь. Ну и ладно. Ты тут, нет, братишка? Ты тут, нет? Да-да. Может все? Че? Может все? Да нет, мы ж не все вынесли. Да не 7 лямов. Я отказываюсь.
Почему? Плохо. Что плохо? Сопровождение плохое. Почему? Верни деньги. Какие деньги? Давай доделаем. Зачем ты с автом играешь? Ну, челика бущу. М? Челика бущу. А чё, просто так не можешь играть? А, братан? Могу, ну так легче. Ну зачем? Меня же могут забанить или кого другого. Могут? Тебя забанят тогда, когда меня забанят на 10 лет. Если этот аккаунт отправляется на сутки на проверку, я сразу с него выхожу и все, и больше сюда не захожу. Тебя на 10 лет, фу, на неделю даже не забанят. Понятно. Ну то есть это нормально, да, считаем, типа, гамать? Ну, нормально. Можно проще же сделать, команду собирать и нормально делать сопровод. Нет, братан? Не. Как зовут-то? Какая разница, как зовут? Давай доделаем сопровод и все, мне челики ждут. Да я тебя понял, что тебя челики ждут. А ты не понял, с кем ты разговариваешь? Нет. Не понял, да? А ты как, а ты, а как узнал о сайте FunPay? Как? Друзья рассказали. А кто тебе ссылку дал? Не помню уже как. А ты YouTube не смотришь, что ли? Нет. Вообще не смотришь? Mm-mm. Да ладно, ой, это даже отлично. А ты знаешь, что сейчас был на проверке? Наверное, не знаешь, что ли, не догадываешься. Братан, у тебя сейчас была проверка, понимаешь? Mm-hmm. Да. Знаешь, такого, не знаю, может, друзья говорили, стример Кент есть? Не, не знаю. Во, я брат... не смотрю YouTube вообще, я же говорю. Во, правильно, брат, смотри. Ты теперь в ролике оказался. Я рекламирую данный сайт, чтобы люди там открывали свои магазины, продавали вещи, там делали сопроводы. Вот, и я решил проверить как раз-таки... качество этих сопроводов, кто как делает. Вот, и мне было не ради интересно, как вы делаете с софтами. Просто один мне вообще даже не смог делать с софтом. Ну, просто не смог. Сейчас ты мне пытался сделать. Вот. Ну, окей, однокатка, мы там. Повезло нам. Поэтому... Да не то, что повезло, тупо просто убили. Вот. Ну, понятно. Я не понимаю, что у тебя за софт такой? У тебя только типа АИМ, ой, типа ВХ, типа, видно, и все? Ну, я могу и другие функции включить, но я играю только с ВХ. А, то есть, получается, ты только везде челики рассчитываешь на свои силы, да? Да. Ну, так это же... Ну, с Имом так слишком палевно. Только с ВХ играю. Типа, с Аимом быстрее забанят, да? Ну, не то, чтобы прям быстро забанят, просто палюсь сильно. Сильно палится. Понятно. С тобой ясно. Короче, мне больше не надо делать сопровод. Мне чисто нужно было проверить тебя, посмотреть, как ты делаешь этот сопровод. Осуждаю я ваши методы. Ну, на сайте-то это не запрещено. Но, надеюсь, это будет огромная... Надеюсь, точнее, это огромная большая проблема, которая там существует. Что там разрешают с софтами делать сопровод, надеюсь, это там решат. Поэтому. Ну, я бы и с командой мог делать. У меня команда, в принципе, есть. Ну, вот. Я ну, так решил. Ну, понятно. Все ясно. Короче, ладно. Тебе спасибо большое за сопровод. Пожалуйста. Да, можешь найти на Ютубе Кент Метро Рояль, набрать. И где-то примерно через недельку будет твой ролик будет на канале про тебя. Как я покупаю сопровождение. А ты только меня проверил или еще кого-то? Конечно, уже на канале есть ролик. Обычных ребят проверял. Читер выйдет тоже ролик с одним читером будет. С другими ребятами выйдет. С тобой ролик тоже выйдет. Все по очереди. Поэтому хреново ты херня занимаешься.
Все, давай, я сейчас заказ... Не, ну я могу и команды просто... Я заказ сейчас... Я в любом случае сейчас заказ подтверждения сделаю, что ты его выполнил. Но это полная игра. Ребят, как оказалось, человек даже не смотрит, видите, YouTube. Поэтому... Ну, можно было еще раз побегать, но мне нет, не вижу смысла дальше уже с ним бегать. Во-первых, скучновато, как персонаж скучноватый, как-то все скучненько. Вот, но все же, хоть какой-то сопровод все равно сделали, мы забрали немного себе монет. Вот, поэтому, братцы, с каждого лайкосика обязательно. Вот, есть сайт FunPay, ребят. Если вы добросовестные, у вас есть команда, у вас добросовестные есть тиммейты, то вы можете спокойненько перейти вот по ссылочке, под роликом есть, там есть, заходите по этой ссылке, там есть зарегистрироваться через ВК, через почту, просто нажимаете регистрация, вводите почту, открывайте свой магазин, пишите там, сделаем сопровод, стоимость такая-то, такая-то, ну, там, вынос минимальный такой-то, такой-то. Заказы, ребят, у вас всегда будут. Если вы добросовестная команда, то у вас там будут и отзывы хорошие, и клиентов будет много. Поэтому вы видели предыдущие ролики, где мне делали, сделали хороший сопровод. Поэтому здесь я ставлю сопровод там, по пятибалльной шкале. Но просто единица. Я даже не это... Ну, давайте, ребят, от вас оценочку под роликом. Ваша оценка обязательно нужна, просто нужна. Мотивация, мотивацию надо поднять, лайкосик, кинтух и, короче, поднять. Аж расстроил мне маленько этот сопровод, но все же, короче, братва, давайте, на грустном хер с ним, с этими читерами, с каждого, братца, лайкосик. Обязательно 5000 лайков, новый ролик будет на канале, поэтому, ребят, всем приятного просмотра. Блять, приятного просмотра. Короче, всем приятного дня, ребят. Я уже запинаюсь, простите, записываю ролик ночью. Давайте, всем пока-пока.